Продолжаем выпуск. Теперь к другим темам. 10 коммерческих документов в области инвестиционного сотрудничества на общую сумму свыше 180 миллионов долларов было подписано сегодня в Анкаре на казахстанско-турецком бизнес-форуме. Казахстанскую делегацию возглавил Олжас Бектенов. Глава Кабмина был принят президентом Турции и передал Реджепу Тайипу Эрдогану теплые слова приветствия и наилучшие пожелания от имени президента Касым-Жомарта Токаева. Также премьер-министр Казахстана провел переговоры с вице-президентом Турции. Встретился с представителями крупнейших турецких компаний и холдингов. Отмечу, наша страна намерена увеличить экспорт продукции в Турцию по 34 видам товаров на общую сумму более 630 миллионов долларов. Казахстан нацелен на трансфер передовых технологий, локализацию производства и создание кластеров глубокой переработки для получения качественной продукции высокого передела. Инвестиционный потенциал нашей страны огромен, и мы заинтересованы в дальнейшем расширении взаимовыгодного сотрудничества с Турцией. Правительство Казахстана готово стать для турецкого бизнеса надежным и долгосрочным партнером.